Всем добрый вечер, кто остался. На самом деле я любитель тех людей, когда после каждой тусовки на кухне собираются оставшиеся и поют, рассуждают, разговаривают. Немного бородатой лирики. Какая ты коварная, родная, подруга или враг, а может просто мимо проходящая, манящая, кто ты, а я дурак. Дурак, что как мальчишка я влюбляюсь, каюсь, а позже себя казнящим маюсь, и в суете своих бумаг мне все же интересно, кто ты, какая ты. Я бросил белый флаг, сделал первый шаг. Я не сдаюсь, я не сражаюсь. Рок — это не только протест. Рок — это еще и романтика. Я долго ждал, уже 5 баллов. Молодец! Ладно, и напоследок коротенькие стишки под названием «Бродачение» у меня называются. В полупустом вагоне метрополитена стоял я по привычке у дверей. Не позволяет сесть мне гигиена на лежбище обоссанных бомжей. Спасибо. Я последний, да? Расходимся, ребята! Шучу. Я надеюсь, что в следующий раз одним из первых все-таки
Серега выступит, поэтому прошу прощения немножко, что вот так вот получилось. Да ладно. Вот, Факир был пьян, фокус немножко не удался у нас.